Друзья, всем привет! Истории найденных кладов – это всегда увлекательно и интересно. И сегодня я вам расскажу историю такого поднятия клада поисковиком, можно сказать, начинающим кладоискателем, который всего пару раз и выходил на поиск. И хочу сразу заметить, то ли действительно новичкам везет, то ли такой фартовый комрад попался, потому как это уже его второй был удачный выход с металлоискателем. А дело было так. Команда из 3 человек решила заняться приборным поиском. Прикупили металлоискатели, а вот с выбором места для поиска определиться не смогли. И решили обратиться к старому опытному комраду Жеке, который показал им одно интересное место в лесу, поведал азы кладоискательства и дал пару базовых уроков по приборному поиску. После чего все дружно разбрелись по лесу в поисках ценных артефактов. И о чудо, еще толком не разобравшись с настройками металлоискателя, без определенного опыта, но с огромным желанием, один из ребят в первый же свой выход находит кошелек старых серебряных монет Екатерины II. Радости и эмоций от такой находки непередаваемые, все радовались в этот день, как маленькие дети. Да и понятное дело, первый выход и сразу такие находки. Да и как после такого можно спать уже спокойно, когда монеты начинают мерещиться на каждом шагу? Адреналин бурлит и хочется ехать на поиски снова и снова. И вот уже спустя несколько дней ребята созвонились после работы и махнули снова в этот лес, проверить дальше старую лесную дорогу. Ходили, искали, но кроме водопробочных сигналов ничего толкового не попадалось. И буквально через час таких поисков тот самый фартовый комрад улавливает неустойчивый, но цветной сигнал. Стал обкапывать ямку, и когда углубился на 1,5 штыка лопаты, увидел и понял, что это клад. Из земли торчала целая куча монет. Позвал сразу ребят, и они дружно стали докапывать этот старый клад монет, сортировать и радоваться каждой выкопанной монете. И что примечательно, друзья, то этот клад был найден всего в 20 метрах от предыдущего кошелька старых серебряных монет, которые нашли несколькими днями ранее. Друзья, все видеоматериалы в этом видео предоставил Жека, автор YouTube канала «Охота за кладом с веселым комрадом». Хороший парень и отличный поисковик. На его канале также есть много интересного видео. Ссылочку на канал оставляю в описании под этим видео. Серега, привет! Меня зовут Женя Веселый. Охота за кладом с веселым комрадом. Серега, я тебе предоставляю материалы, чтобы ты показал на своем канале, как новичок нашел клад. Клад крестовиков, чешуи, деньги. Алексей, вы сегодня празднуете? Да. Как настроение у счастливого обладателя клада? Ваш кабак не закрывается. Или пока... А, я понял, я бы это хорошо. Я понял. Да, ребята, я думаю, мы будем раскапываться. Там еще звенит и звонит. Ой, ты звонит и звонит. И там звонит, и везде звонит. Давай лопату. И везде звонит. Уже выкопано 16. Сейчас покажу поближе, извиняюсь за качество. Наверное, крестовики. Я, короче, таких монет не выкапывал. Крестовики или как-то так. Давай, Леша. Погнали дальше. Только давайте аккуратненько. Вот этот, да, ты положил? Его деньги. Погнали, так. Погнали дальше. Смотрим. Вон, вон, вон. Я, кажется, видел. Нет? Где-то есть. Что-то. Вот он, маленькая какая-то. Какая-то маленькая, наверное. А ну покажи. Потом не видно, не видно, не видно, ну ладно. Погнали дальше. Фокус. Давайте вот эти сейчас мы уберем, наверное. И прибором прозвоним. Да, да, сейчас, сейчас, сейчас. Па, ну убери вот эти. Алеша пусть прибором прозвонит. Давай, Алеша. А, монеты убрать. Да, чтобы не фонило. Лянь. Да, да, да. А ну, Леш, позвони вот это еще здесь. Так подожди. Мы не все выкопали, ребята. Что вы? Тут не высмотрели это в землю. Давай пин возьми. Высмотрели, не высмотрели. Смотри. Ну, да, смотри, да, ребята. Давайте дальше, а то мы сейчас потеряем половину. О, смотри, на еще. Да, вот, Леш, смотрите. Ты разбрасываешься так. Да, ничего не разбрасывай. Ну, одна монета с тебя. Как хочешь. Так, подождите, а я тут что? Ладно, ладно, уже хоть одну. Так, подождите, фокус.
Все, держи, да. Куда? Давайте сюда. Пошли дальше. Да, ты что, тут еще монет? Так, да, вот здесь все сети. Еще пока вот такие вот у нас результаты, все тут вместе валяется, и чешуйки. Еще какие-то монеты. Короче, я не знаю, что там делать. Вот она, еще меньше, чем та. А ну давай покажем. Так, ребята, смотрите. Я не понимаю, если честно, в сохране она, не в сохране. В обалденном сохране. Стоп. Все, ребята, чешуйку всю выкопали. Слава тебе, Господи, она ж там. Так, ты вся. Как решишь, что ты все выкопал? Нет, чешуйка. Говори, и я продолжу. А кто чешуйку выкопал туда? Выкинул. Я не трогал вообще ничего, я оператор. Короче, ребята, мы опять включаемся. Вот у нас тут пошли такие залипушки. У тебя есть. Пошли за лепушки, сейчас. Вот, погнали. И дальше опять чешуя, там дальше в руке. А ну, давайте смотрим дальше. Там смотри, будет медь, наверное, тут чешуя. Ну, это кладуха. Это кладуха. Лен, чешуя? Смотри. А ну, что за монета? Не вижу, что деньга. Леша, ну дай. Деньга. Вот тут. Погнали, посыпалась чешуя. Друзья, вот такой вот кошелек. Тут, короче, деньга полушка. Тоже вся такая кладовая, видимо, ну вообще без... Ну, сохран, короче, вообще просто песня. 38 чешуечек. Чешуя вся петровская. Одна с дырочкой. Одна чешуйка с дырочкой. И 23 пятака. От 22 до 27 года. 29. Сохран у всех тоже кладовой. Посмотрите, сохран. Друзья, сижу тут, комары. Вот такой сохран. Ну, просто бомба. Я не знаю, это, конечно, мечта комрада, я вам скажу. Просто мечта комрада. Такой кошель найти. И 24-й пятак крестовой был с точкой под орлом. R2. Очень редкий. Там цена бешеная, конечно, за него. Повезло комраду, конкретно повезло. Друзья, ставьте лайки, не скупитесь, так сказать, на лайки. Очень крутой кошелек. Я, конечно, в шоке до сих пор. Всего было 80 монет в ямке.